Итак, здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, как сделать аннотацию на подписку на ваш канал в YouTube. Аннотация будет размещаться в видео, я сейчас вам расскажу, как это сделать. Прежде всего, вам понадобится ссылка на ваш канал в YouTube. Как видите, я ее выделил и скопировал в блокнот. Вот она. Ну и плюс я написал надпись, которую я хочу видеть на самой аннотации. Как видите, это просто вот такие вот небольшие треугольнички и надпись «Подпишись». Итак, приступим. Прежде всего, выберем видео, которое хотим сделать аннотацию. Итак, я выбрал вот это видео. Как видите, я зашел со своего канала, поэтому у меня внизу появились кнопочки «Аннотации», «Аудио», «Улучшить видео». Я выбираю «Аннотации». Далее я выбираю, значит, нажимаю сюда, нажимаю примечание. Итак, сюда я вставляю надпись «Подпишись». Так, чуть его повыше сделаем. Потом лично, как кому нравится, мне нравится шрифт 16. Потом, что можно сделать? Можно изменить цвет фона, допустим, можно сделать его чуть-чуть потемнее. Как видите, белая надпись лучше выглядит, яснее видно. Потом указать начало. Я лично нажимаю просто 000 на начало и конец 999, и он сам определяет конец видео. Итак, нажимаю ссылка, далее нажимаю видео, за место видео подписаться. Не забудьте, и только после этого вставляю ссылку на свой канал. Не перепутайте случайно. То есть, если вы вначале скопируете сюда ссылку, когда будет видео, а потом выберете подписаться, то кнопочка подписка, она не будет работать. Это из собственного опыта. Вот, соответственно, вот все готово. Нажимаем сохранить и опубликовать. И сейчас я продемонстрирую с другого канала. Как видите, здесь я зашел с другого канала, и сейчас я обновлюсь, что, как видите, здесь еще не было аннотации. А, кстати, как видите, здесь у меня водяной значок, поэтому аннотацию надо, наверное, переместить в другое место, скажем, вот сюда. Так, еще раз нажимаю, увеличу ее вот так вот немного. Так, нажимаю «Сохранить» и «Опубликовать». Итак, теперь обновляю здесь, с другого канала, захожу на это же видео, и, как видите, сейчас видео начнется, и видно будет, что, значит, надпись «Аннотация», точнее, «Подпишись», появилась. Теперь я продемонстрирую, как это работает. Я нажимаю на ссылку «Подпишись», и, как видите, заходит на мой канал и сразу же предлагает подтвердить подписку на канал. Ну, я, допустим, нажимаю подписаться, и, как видите, подписка оформлена. Вот, собственно, и все. Надеюсь, это видео вам было полезно. Благодарю за внимание.